Здравствуйте! В эфире программа «Пресс-эксперт». Сначала о самом интересном в газетах и журналах. Саботаж одесской полиции? Из 30 краж в киосках, в которых продают газеты и журналы и сопутствующие товары, в этом году раскрыто только 3. Материал с таким заголовком вышел в газете «Одесская правда». Мы за то, чтобы полиция реформировалась. Мы за то, чтобы наши правоохранительные органы стояли на страже наших интересов. Но мы, естественно, озабочены тем, что преступления не раскрываются. Подумайте только, 3 из 30 преступлений. Причем, что интересно, киоски, в которых продают газеты, журналы и сопутствующие товары, находятся на центральных улицах, на площадях. И почему-то никто не замечает, как их вскрывают, как выносят оттуда ящики, как их грузят и как воры безнаказанно уходят с места преступления. Это настораживает. О том, что думает по этому поводу журналист, который провел соответствующее расследование, вы можете узнать, взяв в руки «Одесскую правду», где опубликован материал, о котором я сейчас вам рассказал. Заглянем в газету «Жизнь в Одессе». И как-то на душе становится тепло. Так называется очень добрый, очень веселый, очень яркий материал, опубликованный в этом издании. Когда мы говорим о колорите Одессы, то почему-то сразу вспоминаем привоз. Для многих привоз — это будни. Это рынок, куда ходят там раз или два раза в неделю, где покупают необходимые продукты. Иногда сетуют на высокие цены, иногда злятся, потому что, к сожалению, там присутствует и грязь, и толчая, и все что угодно. Но, тем не менее, привоз – это праздник. Вот привоз глазами человека, который влюблен в это место в Одессе, который хочет видеть в нем только хорошее, яркое и красивое. Об этом материал, опубликованный в «Жизни в Одессе». И вовсе не обязательно, чтобы его читали наши гости. Сами мы, одесситы, можем прочитать этот материал, улыбнуться и сказать: «Слава Богу, что такой рынок в Одессе есть». Заглянем на сайт информационного агентства «Одесса Медиа». Корзинка первоклассника в Одессе. Сколько обойдется подготовка к школе? Подготовка к школе обойдется дорого, сразу отвечая на этот вопрос. Но не хочу, так сказать, предупреждать ваших действий. Откройте этот сайт, посмотрите. Там точно выписаны цены в бутиках, в магазинах, где продается более дешевая одежда, обувь, там необходимая экипировка первоклассника. Поразмышляйте над тем, почему так дорого. Почему действительно сегодня отправить первоклассника в школу — это, в общем-то, очень накладно для семей не только с низким, но и средним достатком. И еще один материал на сайте информационного агентства «Одесса Медиа», возможно, вас заинтересует и, по крайней мере, обрадует. Это мы снова возвращаемся к полицейской теме. В Одессе установлено около 600 тревожных кнопок. Полиция приедет через 5-10 минут. Где эти кнопки установлены, как ими пользоваться и как можно благодаря этим кнопкам избежать ограбления, насилия и всего прочего, об этом читайте на сайте информационного агентства «Одесса Медиа». Заглянем в газету «Жизнь на пенсии». Здесь, на мой взгляд, сразу бросаются в глаза 3 материала. Первый называется так: «Звоните правительству на горячую линию». Сегодня есть телефон, с которого вы можете позвонить и по стационарному телефону, и по мобильному, и пообщаться с представителем нашего правительства. Сокращенный номер 1545. Еще раз повторяю, 1545. Он действует на общегосударственном уровне. Вторая тема, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, — как реализовывают недвижимое имущество должника. Сегодня многие люди встревожены, боятся, что будут взыскивать за неуплату коммунальных услуг, там, других долгов, их имущество. Но вот как это будет происходить и насколько это опасно, и как, насколько оно законно, вот об этом прочитайте в интересном материале, опубликованном в газете «Жизнь на пенсии». И еще материал, который волнует всех пенсионеров: как индексируют пенсии. Об этом читайте в газете «Жизнь на пенсии», она уже в продаже.
Заглянем в «Теледом». На обложке этого издания певец, которого многие любят и знают, это Лев Лещенко. За что Лев Лещенко обиделся на Аллу Пугачеву? Так называется материал, опубликованный в этом издании. Это было давным-давно, несколько десятилетий назад, когда примадонна нашей эстрады формировала концерт «Песня такого-то года». В один из этих фестивалей она не включила Льва Лещенко. Ему было обидно, конечно, но, как пишет он здесь, абсолютно, так сказать, он не затаил зла на Аллу Борисовну Пугачеву. Тем более, что через несколько сезонов Игорь Крутой, который взялся за проведение этого мероприятия, включил его в состав исполнителей. Лев Лещенко вообще пишет о том, что люди, работающие на концертной эстраде, не должны быть злыми. Они должны относиться друг к другу по-доброму, и тогда их песни будут добрыми, их выступление будет успешным, и вообще все будет хорошо. Я думаю, что этот оптимистический материал вызовет улыбку и вызовет интерес у многих из наших читателей. Как можно не платить за горячую воду? Еще один материал, опубликованный в «Теледоме». И еще один материал, он и по названию своему любопытный, и по содержанию. Обнаружены гены, которые делают из женщин бабушек. Оказывается, единственные представители, так скажем, живого мира, которые запрограммированы быть бабушками, это люди. Потому что люди, рождая детей, затем продолжает этот процесс, а вот кто-то должен довести процесс воспитания, кто-то должен помочь, кто-то должен протянуть руку помощи, кто-то должен быть вот той самой бабушкой или тем самым дедушкой, которого потом будут внуки вспоминать с улыбкой и благодарностью. О том, как это происходит на биологическом уровне, читайте в газете «Теледом». Заглянем в газету, которая называется «КП в Украине». И здесь также несколько материалов, безусловно, обратят на себя внимание. Один из них называется так: «Сильное имя Надежда». Надежда Савченко о себе и о стране. Вышла книга. Книга, в которую собраны высказывания, протесты, связанные с арестом Надежды Савченко, ее взгляды на политику сегодня, ее взгляды на то, что произойдет с Украиной завтра. Это интересная, по всей вероятности, книга, и об этом мы можем судить, взяв в руки газету «КП в Украине», где на целая полоса посвящена выдержкам, фрагментам из этого издания. Я думаю, что это издание ближе познакомит нас с Надеждой Савченко и даст нам возможность объективно оценить эту личность. Еще один материал, который я хотел бы проанонсировать, называется так: «Дальше дело роботов. Какие профессии будут востребованы в недалеком будущем и как ими овладеть?» Вы знаете, профессии, они постоянно одни отмирают, другие появляются. И я думаю, что 30 лет назад понятие «айтишник» просто не существовало в обиходе людей, которые даже общались с электроникой. А сегодня это одна из самых распространенных профессий. Так какие все-таки профессии будут востребованы? Оказывается, вот какие: робототехник, оператор дронов, ГМО-агроном, IT-медик, космобиолог. Эти новые профессии сегодня уже разрабатываются, и разрабатываются учебные заведения, которые будут готовить специалистов по этим профилям. О том, как это будет происходить, читайте в КП в Украине. Заглянем с вами в «Аргументы и факты в Украине», и здесь целых три юбилейных материала. Материалы, которые, безусловно, интересны читателям всех поколений, всех возрастов. Первый из них называется так: «Властелин морей». Приближается 200-летие со дня рождения Ивана Айвазовского, гениального художника-мариниста, гордости, в общем-то, отечественного искусства. Кстати, и нам, одесситам, есть чем гордиться. 7 выставок Айвазовского прижизненных было в Одессе. Он бывал в нашем городе и любил наш город. Но это отдельная вещь, об этом говорить сейчас не приходится. Мы говорим о материале, опубликованном в АИФе. Здесь рассказывается о том, насколько популярен был в Российской империи и за рубежом Айвазовский. Что царь Николай I говорил: «Я властелин суши, а ты властелин моря». Николай I был горячим поклонником этого художника и говорил: «Все, что вы напишете, считайте заранее, что я это уже приобрел». Вот о Айвазовском, о его роли в искусстве, о его личности читайте в «Аргументах и фактах в Украине». Щит
и Мечников. Так называется еще один материал, опубликованный в этом издании. В 2016 году исполняется столетие со дня смерти Ильи Ильича Мечникова, гениального ученого, благороднейшего человека, ярчайшей личности, лауреата Нобелевской премии. Все, что можно сказать хорошее, будет отнесено к Илье Ильичу, абсолютно точно совпадет с параметрами его личности. Он был не только гениальным ученым, он был человеком, который брал на себя ответственность. Он разработал средства от сифилиса и заразил себя этой болезнью, чтобы показать, что сифилис излечим. Он боролся с холерой и путем опытов на себе доказал, что его вакцина способна победить холеру. Он был человеком, который был абсолютно принципиален не только в отношении, так сказать, научных каких-то идей, но и взаимоотношения между людьми. Были люди, которых он спасал, которым он помогал. Вот, например, академик Хавкин – это самое лучшее тому подтверждение. Вспомнить об Ильиче, об Илье Ильиче – это святая обязанность нас, одесситов, которые живут в городе, где есть университет имени Мечникова, где есть улица имени Мечникова, где есть мемориальные доски на местах, где он проживал, будучи в Одессе. Материал очень интересный, живо написанный, советую познакомиться. И еще один материал в «Аргументах и фактах» наверняка вызовет ваш интерес. Называется он так: «Талант под Кожанкой. Владимиру Конкину 65 лет». Звездная роль Владимира Конкина – это Павел Корчагин в знаменитом фильме «Как закалялась сталь». Правда, в советское время такие роли были опасны. Человек, который сыграл положительного героя, социального героя, еще не дай бог вождя, он уже не имел права сниматься в роли комической, в роли отрицательного персонажа и так далее. Конкин испытал на себе это, но, правда, подкралась тут как бы перестройка, и ему удалось, так сказать, избежать образ человека-иконы, каким он стал после исполнения роли Павла Корчагина. Вторая его звездная роль – это Шарапов в телесериале «Место встречи изменить нельзя». Каким путем пришел в искусство Конкин? Какие проблемы возникали на его жизненном пути? Как он преодолевал их? Об этом читайте в «Аргументах и фактах в Украине». У меня в руках журнал «Фаворит удачи», который сегодня уже можно увидеть на прилавках киосков горпрессы. Это журнал, в котором всегда много интересного о наших современниках. Фаворит этого номера – это настоятельница Свято-Архангела Михайловского женского монастыря, игуменя Серафима, которая, кстати, является председателем синодального отдела «Церковь и культура». Она автор 15 книг. В данной публикации, а здесь интервью с матушкой Серафимой, идет речь о том, как сохранить духовность, как приобщить к духовным ценностям как можно больше людей, как заставить людей узреть Бога в себе. Очень интересный материал, написанный очень понятно, ясно, светло, я бы даже так сказал, поэтому советую прочесть. Тема этого номера, она связана с прошедшим уже днем медицинского работника. Вы знаете, когда ты говорили, что у Одессы три кита – это искусство, море и медицина. И до сих пор медицина, в общем-то, играет важную роль в жизни нашего города и в нашей с вами жизни. О хороших врачах, о людях, которые преданы своей профессии, читайте в этом номере «Фаворита удачи». «Одесса Классикс. Праздник высокого искусства». Еще один материал, который посвящен Одессе. В июне в городе прошла большая культурная акция, международный фестиваль классической музыки «Одесса Классикс». О том, кто принимал участие, каковы перспективы развития этой культурной традиции, об этом читайте в журнале «Фаворит». Здесь еще один материал, посвященный творчеству. Творчество прекрасного художника. Называется он так: «Светоликующий мир Эсфири Серпионовой». Эсфирь Серпионова – это человек, действительно обладающий совершенно уникальными способностями. Великолепный живописец, график, скульптор, иконописец. Она представила в Всемирном клубе одесситов выставку своих гобеленов. Она действительно человек-университет. Ну, благо и преподает она в университете, в педагогическом университете на художественно-графическом факультете, и, кроме того, преподает иконопись на факультете, который открыт при духовной семинарии. Прочитайте о ее выставке, это, на мой взгляд, очень интересно. «Слепая ярость на фоне ревности».
Многие люди считали и считают, наверное, по сей день, что дуэли – это удел мужчин. Это мужчины сражаются на пистолетах, на шпагах, на кинжалах, ну, на всем чем угодно, завоевывая сердца женщин, убивая соперников, отстаивая свою честь, отстаивая свое достоинство. Но, как оказалось, дуэли – это еще и дело прекрасной половины человечество, которое дралось и на пистолетах, и на шпагах, и на перочинных ножах, и даже ногтями. Вот о том, как это происходило, прочитайте в интересном материале, который опубликован в «Фаворите». И еще последнее, что я хочу сказать об этом номере. Вы знаете, есть жанр в журналистике, который, к сожалению, сегодня не очень развит. И тем более, когда появляются в этом жанре талантливо написанные вещи, они привлекают наше внимание. Жанр этот называется «путевые заметки». В журнале «Фаворит удачи» опубликован материал, который называется «Занзибар». Этот остров входит в состав Танзании, здесь люди живут не спеша. Вот как они живут, какие природные условия этого острова, как складываются здесь взаимоотношения африканцев с европейцами и американцами, об этом прочитайте в «Фаворите удачи». И, наконец, теленеделя. Вот мы смотрим с вами на обложку теленедели и видим перед собой человека, который сегодня достаточно популярен. Это тренер проекта «Голос Диты» Монатик. Монатик – это и певец, и композитор, и рэпер, и, как оказалось, хороший педагог, потому что он работает с детьми. Здесь рассказ о том, как он пришел в искусство. Оказывается, не сразу пришел в искусство. До этого успел закончить юридический факультет одного из вудских вузов. После этого все-таки ощутил себя артистом, оказался в Киеве. И вот о том, как он пробивался на телевидение, как он утверждал свое творческое имя и как он относится к детям, читайте в «Теленеделе». Здесь еще одна, так сказать, публикация, которая заинтересует любителей, так сказать, биографий звезд эстрады и кинематографа. Это тема этого номера «Основной инстинкт», а речь идет о связях звезд кино и шоу-бизнеса, которые сложились давно и которые продолжаются по сей день. И еще один материал в «Теленеделе», это уже касается непосредственно наших прекрасных дам, называется он так: «Идеальная пара. Какая дамская обувь нынче в моде?» Это был обзор печати. Основное условие предпринимательства в Украине – это его легитимность, а бизнес должен быть обязательно зарегистрирован. О том, как произвести регистрацию бизнеса, что необходимо для того, чтобы все, что происходит в вашей бизнес-структуре, было законно, мы беседуем сегодня с гостем нашей передачи. Это Дмитрий Старожук, директор юридического агентства «Резалт». Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Добрый день. Итак, первый вопрос совершенно простой и логичный. С чего начать? Я считаю, как минимум, с уверенности в себе. Потому что говорить сначала о законах, о налогообложении, которое говорит налоговый кодекс, это уже второстепенное. Нужно сначала определиться с видами деятельности. И сможет ли человек в дальнейшем, вот, став предпринимателем или создав себе юридическое лицо, достичь тех целей, для чего он это создает. То есть кто-то ищет в этом определенную работу, те, кто остались без работы, уволены, или то есть, начинают свою деятельность, свою, как говорится, работу. Кто-то не удовлетворен зарплатой или на той работе, которой он работает, и это тоже для него какой-то стимул начать бизнес. То есть совершенно разные мотивы. Абсолютно верно. Кто-то став безработным, кто-то наоборот хочет, так сказать, продвинуться дальше, да, в своем материальном благополучии. Он может видеть стопор, то есть руководитель какого-то отдела, есть руководитель какого-то звена, и он видит, что он в дальнейшем не может никак вырваться из этого. То есть это уже идет мотивация, человек считает, что нужно пробовать. То есть я считаю, то есть вот ко мне люди приходят и интересуются.
вот как создать и как для того, чтобы не, что для этого необходимо, да, то есть кроме, я же говорю, документации, которые говорит нам законодатель, необходимо еще определиться, это, конечно же, риски. То есть определиться, сможет ли он этим заняться, хватит ли ему усилий, денежных средств тоже немаловажно, потому что кто-то, если заниматься торговлей, ему необходимо иметь чем торговать. То есть для того, чтобы что-то продать, надо что-то купить. Если ему необходимо, ну, он может предоставить какие-то услуги, он должен быть уверен в своих услугах на 150%, что он будет на рынке, да, если не первый, ну, хотя бы войдет в десятку для того, чтобы завоевать рынок. Если это не эксклюзивная какая-то услуга, которую он может предоставить, или если это медики, или это пусть будет юридические услуги, как в данном случае я предоставляю. То есть тут еще необходимо, то есть, четко определиться. Кто-то может говорить, я сейчас куплю себе квартиру, буду сдавать в аренду. Это тоже своего образа предпринимательская деятельность. То есть он необходимо быть зарегистрированным, и, как вы правильно предзаметили, быть легитимно и заниматься легитимным видом деятельности. То есть сдача в аренду властной нерухомости. Так оно звучит. То есть это опять-таки кто кто-то, если имеет капитал, приобрести эту недвижимость, чтобы сдавать ее. А кто-то, не имея ничего, но и умеет, ну, он творческий человек, он умеет, к примеру, давайте говорить, очень интересно, как, ну, кондитеры. Это люди, которые, да, умеют делать торты, которые умеют делать красивые выпечки, умеют это все так предоставить, представить, что и клиент к нему потянется и купит ему этот его товар, который он изготовит, что он будет и не только вкусный и красивый, то есть он еще и посоветует. Сейчас в Одессе и было всегда и сейчас самая лучшая реклама — это сарафанное радио. Как ни крутите. Mm-hmm. То есть вот это одно из, наверное, основополагающих для того, чтобы начать заниматься бизнесом и начать регистрировать. А потом мы начали заниматься бизнесом. Мы обладаем определенной смелостью. Мы рискуем, естественно, потому конечно, что когда мы служим в каком-то государственном учреждении, мы уже привыкли к тому, что зарплата первого числа, пусть маленькая, но есть какая-то стабильность. Мы окунулись с головой в море предпринимательства, и вот здесь возникает совершенно естественный вопрос. Кто имеет право регистрировать и какие документы необходимы для того, чтобы открыть свое дело? Ну, правильно. Как говорится, куда бежать и с чем бежать для того, чтобы все-таки это дело начать. То есть суть, да, у нас есть закон. Он полностью регламентирован в том, что есть регистраторы, то есть это было всегда, сейчас еще с 1 января добавили нотариусов. То есть сильно искать долго не надо, потому что нотариусы, мы все прекрасно знаем, в каждом почти дворе можно прийти и опять-таки открыться. Или стать предпринимателем. Но это я думаю, что ты сразу не станешь предпринимателем, да, от того, чтобы посетить нотариуса. Да, абсолютно верно, или прийти к регистратору. То есть нужно брать с собой соответствующий пакет документов. Значит, если стать предпринимателем, мы берем с собой паспорт-код и заполняем заявление. Заявления тоже утверждены, опять-таки, нашим правительством. Все есть, опять-таки, регистраторы могут подсказать, где приобрести или где скачать. Можно в интернет, сейчас он очень развитый. Или, опять-таки, прийти к юристу и, опять-таки, проконсультироваться. То есть, если человек хочет самостоятельно зарегистрироваться. Или, опять-таки, есть юристы, которые могут регистрируют, да, вы даете доверенность, человек возлагает, то вы возлагаете на него полномочия это сделать, он, естественно, идет в тот орган, то есть регистрирует вас как предпринимателя. Но это, опять-таки, не самое, ну, вот стать предпринимателем, и это, как вам сказать, не это только начало. То есть, нужно быть готовым к тому, что необходимо разобраться еще и с налогообложением. То есть у нас законодатель говорит, что при регистрации вы можете сразу же выбрать у того же нотариуса подать заявление или у регистратора подать заявление на
что стать плательщиком единого налога или стать плательщиком налога на добавленную стоимость. То есть тут до того, как понимать риски, быть готовым к созданию, то есть регистрации себя как предпринимателя, рекомендую еще также взять бухгалтера и проконсультироваться, и сказать, вот я считаю, вот мой вид деятельности будет, давайте, ну, не знаю, образно... Такой-то доход. Да, тут еще от дохода, естественно, то есть бухгалтер будет задавать соответствующие наводящие вопросы для того, чтобы правильно посоветовать, ну или юрист, да, то есть который разбирается в налоговом законодательстве, который может подсказать. То есть вот ко мне задают вопрос, говорит, я, к примеру, ну вот говорили о кондитерах, да, то есть я делаю себе, то есть хочу на рынок выйти, я умею красиво делать торты, причем они вкусные, они могут такими размерами быть, вот такие я могу делать из этого, могу сделать из того и так далее. То есть как мне быть? Оборот я не могу высчитать, ну примерно я считаю, что, допустим, там мой тортик будет стоить столько денег, я хотела бы, потому что я там высчитываю его себестоимость, и то есть смотрю на примерный доход, который получится, да, то есть и опять-таки вопрос стоит, кому вы будете его продавать? Просто физлицам? Там, через интернет или в сети супермаркетах, да, то есть опять-таки тут еще тут момент, ну, партнерские отношения обязательно должны выстраиваться. То есть тут надо смотреть, кто у нас клиент. В связи с этим надо выбрать. То есть для такого вот небольшого бизнеса, который вот для того, чтобы просто попробовать, с чем это вы столкнетесь, я сейчас сразу рекомендую, до того, как вы будете создавать себе юридическое лицо, до того, как вы захотите соединяться в какие-то ассоциации, корпорации или мега какие-то огромнейшие организации, попробуйте стать предпринимателем, возьмите в руки то, что вам поможет заработать денег, попробуйте это сделать. То есть с налогообложением есть три для предпринимателя, три группы единого плательщика единого налога. Мне кажется, только вот наш законодатель очень хорошо предусмотрел моменты, как правильнее выразиться, то есть платим за первые две группы фиксированный налог, третью группу с того, что вы заработали. То есть тут здесь идет, почему упрощенная система налогообложения, она так называется, потому что человек, не сильно разбираясь в бухгалтерии, он может самостоятельно вести ее, то есть вот сдавать отчеты и платить налоги. То есть он до того упрощенный, то есть в нем разбираться нужно буквально в двух моментах. Это обороты, это виды деятельности, с кем вы будете реализовывать либо продукцию, или оказывать услуги. Дмитрий Иванович, вот я знаю, что для того, чтобы открыть свое дело, необходимо еще создать устав своего предприятия. И вот расскажите, пожалуйста, вот как создается устав и что такое, вот я сталкивался неоднократно в наших печатных органах с таким понятием модельный устав. Значит, уставы, и они у нас регистрируются при создании юридического лица. То есть тут уже мы отходим от предпринимательства, которое самое, для того, чтобы только начать, попробовать, получилось, можно перейти, вот как говорится, создать юридическое лицо себе и иметь... То есть тут небольшая процедура больше, да, то есть необходимо для того, чтобы создать. То есть закон у нас тот же, но порядок документов немного иной. То есть если для предпринимателя у нас не нужна, то есть по желанию расчетный счет, по желанию у нас печать, и мы регистрируемся себя там только в налоговой, как плательщика единого социального внеска и плательщика налогов, что в юридическом лице немножко
ну, как, не можно сказать, не усложняется, но документооборот немножко больше, да, как минимум вот устав, про который вы спрашиваете. То есть необходимо его разработать, где определить название юридического лица, определиться с местонахождением. То есть если предпринимателю хватает только своей прописки, то есть то юридическое лицо необходимо иметь помещение. То есть куда может поступить корреспонденция, куда могут прийти органы проверяющие. То есть там, где человек будет заниматься этой деятельностью. Пусть это будет, там, не знаю, допустим, даже торговлей, он тоже, то есть у него есть, он берет себе торговую точку, и он на нее может регистрироваться. Опять-таки, оказывать услуги можно у себя дома. Пожалуйста, регистрируйте у себя на своем адресе. То есть это тоже не... Это законно. Да, не абсолютно не запрещено. То есть в уставе, так как, то есть определяемся еще раз, название, юридический адрес, виды деятельности. Если, то есть опять-таки, мы расписываем все, что угодно, все, что не запрещено законодательством, даже вплоть до того, что если вы будете заниматься какой-то лицензионной деятельностью, тоже об этом пишем и, естественно, получаем еще разрешительные соответствующие документы. Также мы расписываем уставной фонд, тоже нужно определяться. Если когда-то было обязательно для общественных организаций был минимум установ, ну, то есть достаточно большой, давайте так говорить, установ фонд, то сейчас это минимальная заработная плата. То есть уже немножко законодатель упрощает процедуру. То есть человеку не надо сразу выкладывать деньги. Большие суммы какие-то. Абсолютно верно. Для того, чтобы сформировать уставной фонд и все-таки быть зарегистрированным и в дальнейшем вести эту деятельность. Также определяться нужно с руководителем. То есть немаловажно. Он может заниматься самостоятельно. Да? То есть быть и учредителем, быть руководителем. Опять-таки, юридическое лицо еще хорошо для чего? Если у вас есть один человек умеет печь торт, второй у вас поставщик, да, а третий у вас упаковывает, а четвертый занимается менеджер, который будет реализовывать. То есть вот прекрасная схема для того, чтобы соединить усилия для одной, для хозяйственного общества, для создания и ввести один вид, то есть этот работ, который, для чего он был создан. То есть у каждого есть свой какое-то направление. Понятно. И это проще. Проще. Что касается модельного устава, то есть вот мы начали с этим сталкиваться, когда то есть наш законодатель разрешил иметь не устав, утвержденный на общем собрании, потому что при создании вы его утверждаете, а модельный устав, который утвержден правительством. То есть туда мы ничего не довносим. Он утвержденный, есть в интернете. И люди, которые создались и будут работать по этому уставу, его можно пощупать, но распечатать, да, вот они будут работать сугубо, как там написано. То есть ни в шаг вправо, ни в шаг влево. Если при утвержденном уставе они могут, например, сделать, допустим, больше под себя каким-то образом моменты, например, ограничить директора в отчуждении какого-то имущества. К примеру, может там добавить какие-то виды деятельности, определиться, что у них будет не один директор, а будет дирекция там из 5 человек, и каждый будет заниматься своим направлением, но главный будет избираться, допустим, там раз в 5 лет или там раз в году. То есть вот эти вот нюансы, которые... понятно, что этот, так сказать, модельный устав, это уже, так сказать, да, константа, она не изменяется. Абсолютно верно. И единственное, что момент такой, что у нас законодатель говорит, что все юридические лица имеют право. Вот я столкнулся на практике с очень небольшой такой ситуацией, когда законодатель говорит, что разрешено иметь модельный устав всем предприятиям, то есть любой организационной правовой формы, или это будет командитное, или это будет полное, или будет акционерное, то есть вот любое. Но, к сожалению, правительство у нас утвердило только для общества с ограниченной ответственностью. То есть, вот тоже, да, момент, такой коллизии небольшое в законодательстве. То есть, выбор вроде как бы есть, а он возможен только с обществом ограниченной ответственности. Скажите, пожалуйста, вот что чаще регистрируют? ЧП, ООО, АО и так далее. Ведь есть разные формы.
Что вот, так скажем, сегодня наиболее, так сказать, привлекательно для ваших клиентов? В связи с тем, что, знаете, частное предприятие и общество с ограниченной ответственностью сейчас ничем особо не отличаются, то есть они в основном и пользуются, как говорится, таким спросом, потому что само название. Общество с ограниченной ответственностью. Ограничивается ответственность только с уставным фондом, который внес по уставу учредитель. То есть, что общество не отвечает за долги физлица, то есть учредителя, что учредитель не несет за долги, то есть, ну, в какой-то степени, то есть своим уставным фондом ответственность. Если говорить, допустим, о полном или командитном, там совсем немножко другие, и здесь уже речь идет. Их больше привлекают, допустим, есть определенные сферы деятельности, где они должны быть, например, там ломбарды, то есть там в обществе с ограниченной ответственностью нельзя, да, допустим, например, акционерное общество, то есть что там, тут выпуск акций должно быть, то есть здесь уже в основном, знаете, такие акулы бизнеса, уже которые знают, зачем он им надо, для того, чтобы там привлечь инвестиции через акции, через какие-то ценные бумаги и так далее, то есть, вот, то есть нужно определяться, какая имеет цель и такую создать. То есть для начала рекомендую взять предпринимателя создать, то есть для того, чтобы пощупать, с чем столкнемся, с какими подводными камнями. И в дальнейшем можно, естественно, никто не запрещает, одно будет работать и открыть себе еще юридическое лицо, опять-таки, при том, что к вам сами партнеры придут, вы их сами найдете, что, вот, может быть, кто-то захочет для той же кулинарии купить какую-то большую печь, а эта большая печь стоит денег. А вот есть инвестор, который готов увидеть талант этого человека. Осмотреться, оглянуться, ощутить себя в атмосфере бизнеса, выбрать свой вектор, и тогда к тебе потянутся люди. И, да? И всегда будет успех, абсолютно верно. То есть, имея цель, не стесняться и просто к ней идти. Потому что в нашей сфере, как говорится, можно заниматься, знаете, вот столкнулся еще с какими вопросами. Если люди говорят, вот я переживаю, что я сейчас уйду с работы, начну этот бизнес и не смогу дальше его вести, не знаю, как дальше с ним, как с ним быть. То есть тут необходима, конечно же, поддержка, опять-таки, юриста, бухгалтера, то есть команда, которая все равно подскажет. То есть у человека творческого, который придумал и есть у него идея, как заработать денег, ему необходима, конечно же, поддержка. Поэтому предлагаю помощь. Я вам благодарен за этот интересный рассказ. Я думаю, что он интересен и нашим уважаемым читателям. Понятно, что за 15 минут нельзя рассказать все, но, по крайней мере, наше знакомство состоялось. Я хочу повторить, что гостем нашей передачи был Дмитрий Иванович Старожук, директор юридического агентства «Резалт». Спасибо. Спасибо вам. «24 августа, в День независимости Украины, на сцене Одесской национальной оперы Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского. Художественный руководитель, герой Украины, лауреат национальной премии имени Шевченко, народный артист Украины Мирослав Вантух. А на стадионе Черноморцы 24 августа концерт группы «Океан Эльзы». Не пропустите. И хай все будет добре у нас. В выставочном зале историко-краеведческого музея, расположенном на улице Лонжероновская, 24А, выставка фотографического объединения «Город». Она называется «В единой палитре». В ней участвуют 10 молодых авторов. В Музее западного и восточного искусства выставка львовского художника-графика Богдана Сороки.
Богдан Сорока ушел из жизни год назад, в 2015 году. Он прожил трудную жизнь, он был непризнаваем в годы советской власти, однако он все-таки сохранил себя и свое «я». Он один из тех художников, которые представляли Украину во всем мире и представляли ее как державу, в которой действительно крепки художественные традиции. Посетите выставку этого мастера, и вы убедитесь в этом. И еще об одной выставке в Одесском музее западного и восточного искусства. Это выставка старинных японских кукол. Здесь представлено более 300 экспонатов из частных коллекций. И в частности традиционные куклы 18, 19 и первой половины 20 веков. Здесь императорские куклы, куклы-воины, игровые и церемониальные куклы. На выставке можно увидеть женские и мужские кимоно, украшения, гравюры, оригинальный костюм для ритуального самоубийства воина-самурая и многое другое. Выставка очень интересная, редкая, поэтому советую не пропустить. В музее личных коллекций имени Блещунова выставка декоративных панно Светланы Дивной «Найди свое небо». На выставке представлено около 30 ее работ. А во Всемирном клубе одесситов выставка графики из собрания Галины и Сергея Костиных. Посетители смогут увидеть рисунки замечательных одесских художников второй половины 20-го столетия. Информационное агентство «Одесса Медиа» продолжает благотворительную акцию «Сбор вещей для детей-инвалидов». Мы об этом уже неоднократно говорили и писали. К счастью, должен сказать, что сегодня место, где, куда собирают подарки от одесситов, заполнено большими пакетами. Здесь и комплекты белья, здесь и необходимые вещи, которые нужны для того, чтобы одеть наших детей. Здесь даже велосипеды приносят, для того, чтобы дети могли как-то развлекаться. В общем, одесситы откликнулись всей душой. Акция продолжается, и вы, уважаемые телезрители, можете стать ее участниками. На улице Садовой, 3, с 9 до 18 часов вас ждут. Там, в информационном агентстве «Одесса Медиа», примут ваш подарок, и он будет доставлен по адресу. Наша программа подошла к концу. Читайте издания Южноукраинского медиахолдинга, и вы будете в курсе всего, что происходит в Одессе, в Украине и в мире. We'll be right back.